мы сейчас с вами находимся на территории племени Масяо. Надо вам сказать, что мужчины племени Масяо были всегда отличные охотники. А охотились они с помощью вот такой трубки и ядовитого гороха. Я сейчас вам это покажу, как они это делали. Смотрите внимательно. Протосин, но контроль, как мандори шокай. Зато какой хороший ужин.